Завоевывать призовые места на соревнованиях любого уровня для спортивных акробатов спортшколы «Жасыбай» – привычное дело. Отделение спортивной акробатики в очередной раз доказало свое превосходство. Воспитанники Елизавета Кахнович, Диара Темрбулат, Ильяс Мухтасаров и Назар Воротиляк вернулись золотом с чемпионата Азии, проходившим с 14 по 21 октября в Узбекистане. Мы поздравляем. Это огромный труд. В том числе здесь заслуга и наших тренеров Айслу Бахтияровны и Нурслу Бахтияровны, а также Артема Александровича Чуйко. Поздравляем от всей души наших спортсменов, тренеров, отделения спортивной акробатики. Большую благодарность нашему руководителю. Поэтому все благодаря усилиям родителей, детей, руководителей, конечно, тренеров. Поэтому всем большое спасибо за поддержку. Отныне двукратные чемпионы Азии Ильяс, Назар, Диара и Елизавета получили звание мастера спорта международного класса. Занимаюсь акробатикой уже 12 год. На будущее план также заниматься акробатикой, стать чемпионом мира. Занимаюсь акробатикой с 5 лет. Учусь в 10 классе и думаю дальше продолжать заниматься. А юные спортсменки Малика Рапагатова и Амина Амангельде приняли участие в параллельно проходившем международном турнире «Звезды Азии». Показали хороший результат и заняли 3-е место.